Я Галина Борисовна Ванечкова. Я председатель общества Марины Цветаевой. Уже 11 лет. И делаю все для того, чтобы как можно больше людей стали счастливыми от того, что узнали ее стихи. Спасибо. Так, пока все, а потом мы поговорим. Замечательная доска. Мне очень нравится репродукция и записки Марины Цветаевой. Ну, кто читал, не видит. Сыр, масло, молоко за окном. Сыр и масло справа. Здесь фактически тоже была своя поэзия. Но вот погружение и взаимопроникновение вот в эту среду со стороны Марины Цветаевой не было. Его призывом лечь не безразличен. Здесь, в Чехии, она по-настоящему была счастлива. Подрастали ее дети. Здесь родился ее первенец. Родился ее первенец с великой надеждой. Смотрели на него родители. Вот. И кроме того, здесь было написано столько прекрасных стихов. Мне главное, чтобы люди пришли, посмотрели эту выставку, познакомились с жизнью Цветаевой хотя бы по фотографиям, потом стали ее читать и читать и читать, и у них изменится жизнь. Как только они узнают этого поэта, у них изменится совершенно жизнь, у них изменится отношение к поэзии. Они будут культурнее, они будут умнее, они будут счастливее. Těmto mým veršům o mládí a smrti, jež nikdo nechce číst, mým veršům, jež jsou ponechány stínům v krámcích, kde leží prach jak neúčast, těm souzeno je jako vzácným vínům obživnout ve svůj čas.